Всем приветик! Сегодня я опять снимаю видео Outfit of the Day или наряд дня. Хочу вам показать, во что я одета сегодня. Сегодня у меня выходной, и я занималась разными делами, покупками, лечением зубов и так далее. Поэтому одета на все случаи жизни. Сегодня довольно холодно. С утра, когда я выходила из дома, было градусов 12, наверное, поэтому я так тепло одета. У меня даже шарф был такой, не толстый, с утра, и поэтому вот я в пиджаке, сегодня холодно, в пиджаке, толстом таком ремне, и джинсах, и балетках. В общем, по порядку. Пиджак от марки BGN, довольно плотной такой ткани, то есть в нем довольно тепло. Толстый ремень OG, который вы уже в каком-то другом аутфите могли видеть. Джинсы GJ. У них такая вот интересная фактура. Они с дырками, в которых кружево. То есть могу показать поближе. Вот в этих вот частях, в больших вот этих прорезях, кружево вшито внутри. И такие они все рваные, очень интересные. Вот так вот все вместе выглядит. Очень тепло и довольно удобно. На ногах балетки. Обычные черные балетки на маленькой-маленькой платформе. И вот все вместе выглядит вот так, с темно-синими, почти черными джинсами. Я сочетаю этот пиджак. Если же будет жарко, можно легко снять этот пиджак. Если расстегнуть этот пиджак, весь наряд выглядит вот так. У меня такой здесь топ-туника цвета хаки, такого сероватого хаки с большим количеством каких-то оборок, очень много ткани. И если же совсем тепло становится, то можно снять и носить либо таким образом. Я предпочитаю с ремнем. Сейчас покажу вам с ремнем. Ну и вот мой самый любимый вариант ношения этого всего наряда с ремнем. Без пиджака. Вот этот вот топ-туника, который можно носить, в принципе, если рост чуть пониже, чем у меня, как платье. И как тунику с леггинсами можно носить. Я вот ношу обычно как топ больше. Можно подобрать повыше, будет такая... Такой будет удлиненный топ такой, не совсем туника. Таким вот образом. Ну, на голове все очень просто. Какие-то непричесанные волосы, ободок. И очень нейтральный макияж. Попробую сейчас вам его показать отдельно. Ну и вот такой макияж у меня сегодня, очень матовый. Сегодня у меня матовая тональная основа, Revlon Color Stay. Вот такие вот пара теней серых оттенков Bell, номер 507. Вот такой вот с ними, очень простой макияж. Очень понравились тени, безупречные просто, на мой взгляд. Очень пигментированные, матовые, по-моему, шикарные. Очень нейтральные щеки, румяна такого цвета пыльной розы, и блеск для губ очень похожего оттенка на румяна, но он чуточку с синеватым цветом, такой чуть в синеву уходит. Вот и небольшой хайлайтер такой чуть бронзового оттенка на верхней части скулы, вот здесь. Вот в принципе весь макияж. Спасибо за просмотр, пока!